Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Банковский». Наша сегодняшняя тема – как реально заработать на Тинькофф Инвестициях. Тинькофф Инвестиции – это самый большой и активный с точки зрения количества клиентов брокер. Он отличается инновационным подходом и отличным сервисом. Большой элемент доверия – это огромное количество клиентов. Тинькофф Инвестиций идет на уровне со Сбербанком. Практически количество клиентов одинаковое. Даже Сбербанк немножечко отстает от Тинькофф Банка. Ну а если взять по числу активных клиентов, то Тинькофф Банк вырывается вообще на первое место с большим отрывом от Сбербанка, потому что активными клиентами считаются те клиенты, которые хотя бы один раз в месяц совершают какую-то операцию. Все это говорит о том, что Тинькофф Инвестиции – крупный и активный брокер с хорошей маркетинговой поддержкой и с большим кредитом доверия населения. Потому что по-другому объяснить невозможно, каким образом такое количество людей доверяет именно Тинькофф Инвестициям. Но самое главное, чтобы зарабатывать в Тинькофф Инвестициях, нужно обязательно разобраться и понимать, для чего это нужно и как это делается, чтобы рассматривать все так называемые графики с акциями, где растет стоимость, где падает, чтобы вы понимали, для чего это делается и как это делается. Тинькофф Инвестиции даже для новичков сделали так называемый обзор и обучение даже в своем приложении Тинькофф Инвестиции. Можно сразу же попробовать и посмотреть, как это работает, пройти небольшой курс обучения для того, чтобы понимать, какой счет вам нужно открыть и уже потом начинать пользоваться. Тут можно сделать вывод такой, что Тинькофф заботится о своих клиентах, и прежде чем начинать использовать, да, Тинькофф Инвестиции, Тинькофф предлагает с ними разобраться и помогает в этом. Потому что у многих, прежде чем начать инвестировать, есть первый вопрос. Я сейчас вложу деньги и все потеряю. И как я вообще потом с этим разберусь, куда мои деньги делись и что это вообще такое было? И это понятно, каждый за это переживает, потому что каждый хочет заработать, да, а не потерять то, что заработал до этого. Конечно, если вы не разбираетесь и, допустим, не хотите даже вникать в эту ситуацию, вы думаете, что вы положили деньги, что-то купили, да, там какой-то актив, и он будет у вас работать и вам зарабатывать. Но нет, один актив или отрасль, да, который вы купили, у вас находится в своем портфеле, конечно, может привести вас к, скажем так, к отрицательному, да, доходу, а не к положительному. Чтобы ваш портфель приносил вам доход, его каждый раз нужно изменять, покупать каждый раз новые ценные бумаги из разных отраслей. И даже тут, в Тинькофф Инвестициях, есть советник. Это функция, которая позволяет вам увидеть, насколько вам нужно видоизменить ваш портфель. Данная функция сама анализирует и выставляет оценку по 10-бальной шкале вашему портфелю. И, соответственно, чем ниже балл, тем больше нужно видоизменить ваш портфель. И советник также вам может помочь выбрать вам необходимые недостающие активы, либо же инвестировать ваши денежные средства в какую-то конкретную отрасль для того, чтобы у вас появилась прибыль. То есть таким образом, для того, чтобы реально заработать, да, на Тинькофф Инвестициях, нужно вникнуть, нужно разобраться, потому что подсказки есть везде и всюду и на ровном месте. И если вы хотите зарабатывать, то вы найдете выход и будете зарабатывать. Просто установите приложение Тинькофф Инвестиции, пройдите начальное обучение, купите стартовый пакет активов и начните зарабатывать. А приложение Тинькофф Инвестиции и чаты поддержки 24/7 вам помогут в этом разобраться и помогут вам получить доход, потому что даже Тинькофф Банк в этом заинтересован, потому что вы будете являться клиентом данного банка, вы будете постоянно инвестировать, постоянно что-то покупать, что-то продавать, то есть вы будете действующим клиентом, и вы Тинькофф Банку важны. Ему не важно там получить только вашу комиссию там, да, за вывод денежных средств и оплату налогов. Не нужно во всем искать только минусы, нужно искать плюсы и уметь зарабатывать. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!